Свежая порция ботов в Телеграме уже здесь. Покупка виртуальных номеров для разных задач, загрузка книг и кино онлайн. Это самая малость тех роботов, которые я приготовил для вас сегодня. Обязательно досмотрите это видео до конца, ведь данные боты нужны каждому. Добро пожаловать на канал Телеграммер. Подписывайся скорее, чтобы никогда больше не пропускать самые интересные подборки, собранные со всего интернета. Друзья, смею напомнить, у меня на канале есть целый плейлист с подборками как ботов, так и каналов для Телеграма. Там вы найдете много чего полезного, поэтому советую сразу же после этого ролика ознакомиться и с другими. Ссылки оставлю в описании. А свеженьких роботов мне удается находить благодаря вам. Спасибо за ваши комментарии с ботами. Также в этом мне очень помогает канал «Красивые боты». Отдельно обращу ваше внимание на то, что создатель ресурса взял за цель предоставить вам именно красивых роботов, то есть помощников, которые своим функционалом и удобным дизайном предоставляет пользователю потрясающий опыт использования. Канал «Красивые боты» именно о таких, поэтому настоятельно рекомендую на него подписаться. Начнем же с бота под названием GoodSMS – продажа виртуальных номеров. Сейчас практически все популярные сервисы требуют регистрацию по номеру телефона. Часто бывает, что в Телеграме, ВК или на других ресурсах нужны вторые профили, например, для работы. За симкой в магазин бежать не вариант, тем более, что нынче их стоимость приличная. Зато за копейки купить номер можно через бота GoodSMS. Запускайте робота, выбирайте сервис, для которого вам нужен новый номер, пополняйте баланс и получайте легкую и быструю возможность для регистрации. Номер для ее подтверждения придет вам прямиком в бота. Уверен, каждый из нас хочет узнать себя или ближнего чуточку лучше. Это можно легко сделать благодаря различным психологическим тестам в боте «Психодиагностика». Тестов в боте очень много. Они есть как платные, так и бесплатные. Также здесь можно воспользоваться услугами психолога, скачать из библиотеки полезную литературу и приобрести все различные товары для здоровья. Отмечу реферальную программу. Приглашая новых участников, вы получаете дополнительные баллы, за счет которых можно бесплатно загружать книги, открывать платные тесты и многое другое. Изучите себя вместе с ботом «Психодиагностика». Бот «Мастер розыгрышей» пригодится всем администраторам или будущим владельцам проекта в Телеграме. Ведь именно благодаря этому роботу можно не думать о проблемах в проведении конкурсов, розыгрышей и гивов в мессенджере. После старта создавайте новый розыгрыш, вводите максимальное количество участников и призовых мест, а дальше настраивайте свой конкурс как хотите. Можно указать, на какие ресурсы нужно подписаться, дабы участвовать в розыгрыше, ввести описание, добавить картинку, настроить кучу проверок и много другого. Все инструменты в одном месте, абсолютно бесплатно и без никакой рекламы в боте «Мастер розыгрышей». Через несколько секунд я продолжу и расскажу еще о 5 крутейших ботов. А пока напомню, вы и только вы даете возможность продолжать создание новых роликов. Просто поставьте лайк этому видео, и я уже буду в процессе сбора новых роботов в Телеграме. Бот под названием «Проверка орфографии» Spellcheck поможет вам проверить правильное написание слов на русском и английском языках. Здесь все максимально просто. Запустите робота, выберите язык, введите текст и получите результат. Бот сам исправит все ошибки, напишет правильный вариант, а также предоставит дополнительную статистику – сколько слов в тексте, количество ошибок и другое. Бот Spellcheck работает и в режиме онлайн, и прямо в группе. Введите название бота после собачки, а затем вставляйте текст для проверки. Робот за мгновение исправит все ошибки, а правильный вариант можно сразу отправить юзеру. В связи с тем, что многие соцсети и сервисы благодаря своим алгоритмам могут иногда пропускать посты тех, за кем вы следите, и показывать то, что они посчитают более важным, AximaBot пригодится очень многим. Ведь просто отправив ссылку на профиль Инстаграма, Твиттера, ТикТока или Ютуба, откуда вы хотите получать всю информацию, бот начнет присылать вам уведомления о появлении новых постов, благодаря чему вы никогда и ничего не пропустите. Из-за того, что соцсети это просто не показали из-за своих алгоритмов. Кино или сериал на вечер вместе со ссылками, афиши ближайших сеансов и даже сразу покупка билетов в кинотеатр через бота, последнее поступление фильмов на торренты, еще множество других приятностей может подарить вам бот «Киноман», фильмы и сериалы. В роботе даже можно поиграть, угадывая фильмы или выбирать правдивые или фейковые факты. В общем, реально крутой ресурс для киноманов.
Напоминаю и снова призываю подписаться на канал «Красивые боты». Там можно найти качественные, приятные, удобные и, главное, функциональные роботы, которых автор щепетильно отбирает для своих подписчиков. Тем более создатель канала сам разработчик, поэтому он точно знает толк в красивых ботах. Лайк, подписка, колокольчик — это те простые шаги, которые поддерживают жизнедеятельность канала и стимулируют на создание новых видео. Спасибо за вашу поддержку. Это канал Телеграммер. Подписывайся и будь на волне тренда.